Доброе утро! С вами Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудр-Воронцов. И сегодня я хочу с вами поделиться моим прекрасным утром, какой вид я наблюдаю, когда вот просыпаюсь каждое утро, и оно меня очень радует. Сегодня еще вышло солнышко, правда, какая-то еще дымка ложится, но это очень красиво. И я надеюсь, что это поможет и вам настроиться на позитив, вдохновит вас, улучшит вам настроение, и вам будет хорошо в течение дня. В общем, я хочу с вами поделиться. Смотрите. Так вот, значит, здесь меня окружают сейчас горы, прекрасные горы, и по которым, когда спускаешься вниз, там внизу прекрасное голубое озеро. Оно безумно красивое, оно меня очень вдохновляет как-то. Знаете, такое ощущение, как будто бы это в сказке находишься, что это нереальность какая-то. Оно настолько красивое, настолько вот... Вокруг зеленые ели, сосны, и у подножья, получается, этой горы, вот это голубое озеро, мне оно безумно нравится, это настолько красиво как-то. Вот реально для меня это просто очень необычно, как будто бы это из сказки. Меня это радует, меня радует эта погода, меня радует вот эта природа, которая меня окружает сегодня здесь. И этого хватает на весь день, хватает этой радости, этого вдохновения, которым я делюсь своими близкими, родными людьми, я отправляю фотографии кому-то, видео, и всем очень нравится, и получается, что я хоть капельку, но хорошего позитивного настроения даю им, делюсь с ними, им хорошо, и мне в том числе, что и вам желаю. Желаю вам найти ваши такие вот позитивные моменты, с помощью которых вы можете наполнить себя, вдохновить себя, порадовать своих близких. Думайте о своих близких, радуйте их тоже позитивом, вдохновляйте их. Это поможет и вам поддерживать свое настроение. Они вам помогут, когда это будет вам необходимо. И это прекрасно, это просто будет такой бесконечный поток позитива и радости в вашей жизни. Поэтому я вам желаю... наслаждаться жизнью, радоваться жизни каждому дню и каждому мгновению. Надеюсь, что те пейзажи, которые я вам показала, вас вдохновят, порадуют, и вы также зарядитесь позитивом, как и я. Ну все, с вами была Татьяна. Green My Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Мы зажигаем звезды на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это делать, это сделать. Начни это делать сейчас. Все, всем пока!